Всем привет! Сегодня у нас снова будут акварельные маркеры. Мне поступило несколько комментариев о том, что я не показала кучу своих скетчей, и вообще мне акварельные карандаши из фикс-прайса понравились больше, чем вот эти замечательные маркеры. Вот, поэтому сегодня мы с вами будем еще немножко рисовать ими и смешивать. У меня не так много скетчей этими самыми маркерами. Вот здесь прошлая выкраска. Это я просто смотрю ютубчик и что-то рисую параллельно, пока слушаю. Вот это наброски даже с натуры. Вот, больше у меня здесь ничего интересного нет. Есть еще пара таких набросков маркерами и вот таких, но это я уже показывала. В этом скетчбуке еще такой набросок, ну давайте о нем не будем. Вот такой набросок с натуры. И сегодня мы с вами еще что-нибудь попробуем сделать этими маркерами. И я попытаюсь их даже чуть побольше посмешивать. В прошлый раз мы увидели, что пам-пам-пам, вот этот цвет можно получить, смешав вот эти вот два. И сегодня мы еще с вами немножко посмешиваем остальные цвета. У меня как раз вот тут замечательное место осталось. Что мы с вами будем делать? Можно, знаете, что сделать? Можно попробовать сделать выкраску, как обычно делают в акварели, когда все цвета смешивают друг с другом и смотрят, какие цвета из этого получаются. В общем-то, можно попробовать, вдруг у нас появятся еще какие-то новые цвета. Но, пожалуй, я начну выкрашивать. И потом я прокомментирую. У нас тут остались, в общем-то, вот эти цвета, которые не очень влезают. Я могу их, если что, потом отдельно смешать. Ну, или здесь я уже докрашу. Хотя, наверное, лучше было бы вот этот. Ну, ладно. Проверим. Желтый с желтым нет смысла смешивать. Так как и здесь получится одинаковый цвет, мы можем смешать. С одной стороны будет неразмытая водой, а с другой размывать будем водой. Thank you.
бумага немного портится от того, что приходится смешивать. Желтый с оранжевым все-таки различаются по тональности и требуется прям хорошо желтым повозюкать, чтобы смешать. Поэтому даже не знаю. Блин, жалко наконечник, если честно. Но... как-то смешивается. Ну вот... вот здесь все смешалось. Вот видите, тут был зеленый, сверху по нему другой, и все смешалось прям так, поэтому, наверное, попробую смешивать поверх. Вот так. А здесь уже буду размывать с водой. А здесь просто не буду возюкать. Очень жалко кончик. Так. Ну, давайте сначала по желтому вот здесь. Ох, тоже пачкается. Так, теперь тут будем смешивать кисточкой. Куда я ее делаю? Вот она. Так. Смотрите, как хорошо потом берет наконечник цвет. И можно вот взять чуть-чуть из этого и потом им чуть-чуть порисовать, где цвет уже взялся, смешался. Так, теперь будем размывать. Thank you.
Итак, у меня здесь все высохло. Вот эта лужа, которая тут натекла, она, конечно же, вот здесь вот подпортила мне немного, протекла на эту сторону. Даже вот сюда вот что-то накапало. Ну, вот сюда, ладно, понятно. Вот. Ну, в общем, вот оно протекло с той стороны. Очень много всего, видимо, и маркеры размочили, и кисточкой с водой потом я намочила. Вот здесь очень прикольное сочетание цветов. Это выглядит как эффект, не помню, как называется, когда создается красный и синий контур. Вот тут что-то похожее. Ну, вот здесь красный, синий, вот здесь. И похоже на наложение. В общем, что мы видим? Что у нас появляется очень много оттенков. Но тут еще важно понимать, что они появляются вот здесь вообще один жидкий в другой втекал. И вот здесь вот более темный цвет, а вот здесь их же размыли водой, и здесь он не такой уже темный. Но все равно цвета интересные, очень похожи на настоящую акварель, скажем так. Хотя это вроде как и есть акварель. Да? Ну. Сепия. Не написано. Очень похоже, как смешиваются краски из кювет. Очень похоже, как оранжевые с синими смешиваются и дают вот такой зеленый. Я говорила, что мне не хватает темного зеленого. Ну, в общем, если смешивать с оранжевым, можно что-то подобное получить. Здесь при наложении можно, конечно, поиграться, потому что здесь синий на оранжевый накладывается. Может быть, если оранжевый на синий накладывать, будет чуть-чуть другой эффект, потому что от этого тоже зависит. Ну вот, в общем, такими путями, видимо, можно получать зеленый кончик. В общем, если изолированно как-то посмотреть на эти два цвета, возможно, они будут довольно похожи, хотя конечный цвет все-таки зависит от того, какой цвет был нанесен первый, какой второй, насколько он высох до этого. Рубрика «Эксперименты» продолжается. Ну, вот этот уже подсох. Ну, и еще раз. Ну. Попробуем. В общем, вот, зеленый еще один можно получить. Вот, кроме вот этих, мы выяснили, что можем взять и вот такие оттенки получить, и вот какой-то такой, и даже вот эти вполне себе хорошие оттенки. Может быть, какие-то вот такие, хотя это не зеленые вовсе, но в листве, думаю, встречается. Очень нежные вот эти получились оттеночки. Ну, тут, конечно, больше градиент, но зато мы видим, что градиенты тоже получаются. Но здесь маленькая площадь, поэтому такого эффекта легко было добиться. На какой-то площади побольше, там, конечно, надо постараться будет. Мы видим, что наша палитра не ограничена только вот этими цветами. Вот
такого разнообразия можно добиться, вот таких вот эффектов можно добиться, если не размывать цвета, а один там накладывать поверх другого. Вот тоже красивый цвет получился. Здесь, конечно, более темный, даже не видно, какой оттенок. Ну, из-за того, что на красный, какое-то красноватое. Ладно. Ну, вот тут хотя фиолетовый хороший смешался, и вот здесь тоже. Но тут они друг друга перекрыли. Здесь, конечно, мешанина прям возникла. Вот, ну, если размывать, то цвет, конечно, приглушается. Хотя вот здесь эффект наложения поверх мне как будто чуть больше нравится, но здесь и сам цвет зеленый, он все-таки остается, а здесь мы его размываем. Ну, хотя у меня тут очень плохо все размылось. Не знаю почему. Прям совсем. Может быть, торопилась уже. Ладно. Ну, черный, понятное дело, все перекрывает. Вот этот бежевый, ну, с ним я сначала его же красила, и потом пыталась, чтобы как-то втек цвет, типа такого. Ну, вообще, вот тут есть какое-то подобие, но никак не смешивается. Если здесь видно, что синий смешался и дает зеленый цвет, то здесь вообще просто никак не меняется. Выглядит, как будто на солнце долго что-то выгорало, капнули водой, все как-то растеклось, выгорело, короче, отвратно. Здесь я даже уже забыла, что я смешивала. Вот этот цвет я смешивала или нет, или серый с серым, серый с черным. Ладно, в общем, что-то у меня тут подрастеклось, выглядит уже не очень. Здесь уже подсохло. Ну вот на высохшей все-таки читается синий цвет, что он просто поверх. А на влажный-влажный вот, он подсмешался и дает зеленый оттенок все-таки. Ну, в общем, вот что мы еще выяснили по этим маркерам. И я бы предложила еще что-нибудь порисовать. Вот. Ну, давайте попробуем порисовать. Я решила нарисовать самые популярные сюжеты, которые рисуют в скетчбуках маркерами, правда, там обычно спиртовыми. И самое популярное — это еда, всякие тортики, авокадо и так далее. Зарисовки с мест отдыха, какая-нибудь архитектура, различные пейзажи, транспорт. Ну и самое модное — это фэшн-иллюстрация. Так, что еще у нас есть популярное? Давайте не популярное, давайте опять попробуем натуру. У меня тут рядом стоит. Thank you.
могу вам сказать. Во-первых, смешивать прямо во время работы довольно тяжело. Вот этот лист, не знаю, сколько раз я по нему возюкала, пробовать вообще еще раз что-то рисовать. Он все равно размылся, но сейчас он уже хотя бы высох. Ну и вся эта грязь, конечно, дала такой темно-зеленый цвет листочка. Вот здесь тоже размылась какая-то каша. Так, не планировалось, если что. Вот тут потекло, то есть намешать как акварелью какой-то супер оттенок довольно сложно. Надо ждать, когда просохнет, чтобы поверх, видимо, нанести слой. Ну вот тут ничего получилось, но тут похожие цвета. О, вот здесь получилось, кстати, подразмыть. Чтобы не такой явный поганый цвет был. Вот. Ну, если иметь в запасе другие цвета, здесь, наверное, тоже получилось бы чуть получше. Ну, это довольно просто, не требовало много цветов. Но тут, конечно, листик хотелось бы сделать сразу нормального цвета, но пришлось 100 раз наслаивать одно и то же, хотя даже не протекло. Но все равно это уже не быстрый скетчинг, когда надо ждать, чтобы все высохло. Вот здесь получилось неплохо. То есть, если нужно размыть какой-то фон, то в принципе хорошо получается, но надо ждать, когда высохнет, потому что он птицу покорежил. И плюс вот для воды очень неплохо сработал эффект, где четкие границы и размытые. Можно это без комментариев оставить, да? Так, ну здесь, в общем-то, тоже получилось передать и блики, и тень какую-то. Вот, если иметь настолько прям ограниченную палитру. Вот хотя казалось серый похожий, но вот чуть-чуть более похожий был бы к этому цвет, чтобы сделать тень, было бы лучше. Этот слишком отличается, а эти ну, тоже не подходят. Вот. Ну вот это в принципе меня устраивает для прям такой фэшн-иллюстрации подходит. Единственное, не знаю, как размывать что-то тут. Потому что и так смотрится довольно законченно. То есть, если вот здесь можно размыть, если вот здесь можно размыть, чтобы такие плавные переходы сделать, даже, может быть, вот тут, то тут не знаю. Разве что что-то модное сделать. Ну, вот тут в принципе, тоже неплохо получается. Добавлять какой-то. Можно добавить еще что-то. Чтобы было совсем модно. Для быстрого это как раз подходит. Не знаю, что тут можно размыть. Единственное, если нужен переход цвета какой-то в локальном месте, тогда да. Или вот по такому же типу размыть фон. Или внутреннюю часть. Но вот так, конечно, друг на друга наслаивать, ждать, когда высохнет, уже будет не очень. Ну и последний наш эксперимент. То, что я попыталась нарисовать с натуры. У меня вот тут стоит эта розочка. Давайте еще и фон сделаем. Раз уж все мы тут сегодня собрались. Вот. В принципе, я
уже по поводу этого листа достаточно сказала, что очень сложно намешивать прям сразу все эти оттенки. Вот. То есть на выкраске, конечно, получилось на небольшом участке взять и сделать какой-то цвет. Но вот так это надо ждать, когда все просохнет. Прям вот быстрого скетчинга не получится. Так что вариант с размытием остается только если размывать границы. Или большие площади, или фон, ну или потом сгладить какие-то переходы. Но это все не быстро. Ну что, я опять испортила? Гряли просто там серый фон. Ну вот. Пока я монтирую это видео, смотрите, каких еще жуков я наскетчила. Вот эти вот по 5 минут, по 5 минут, а вот эти все остальные уже по 1 минуте. В общем-то, получилось неплохо. Вот тут даже переход более-менее такой красивенький получился. Я, конечно, много циклилась и не очень попадала. Ну, в общем, вот этот ничего получился. Вот этот тут, смотрите, как все расползлось. Но на этой стороне еще более-менее. Тоже 5-минутный долго. И вот как я его быстро нарисовала. И вот этот как долго рисовала. И вот этот как быстро рисовала. И вот этот как долго. И вот этот как быстро. Ладно, все. Ненавижу руку. А еще... Пока я монтирую это видео, я успела поскетчить вот это, вот это, и даже вот это, и все это с натуры. И попасть в цвет, конечно, тяжеловато. Небо здесь очень хорошо получилось, мне кажется, и этот красный цвет довольно близко к реальности. Ну, листья, конечно, были темнее, но у меня был только этот салатовый. Естественно, смешать листья, как я в начале видео делала оранжевый, синий. Тут, конечно, так не получилось бы, это бы перетянуло все внимание на себя. И плюс... добавила бы много грязи, то есть, ну, вот здесь, конечно, не... Ну, вот тут я тоже подчеркиваю маркерами и как бы бумажка немножко тут подзатерлась, хотя высохла и все нормально, и уже не видно, но мне кажется, взгляд на себя бы это здесь перетянуло. Вот здесь вот этот купол, конечно же, не такого яркого цвета. И памятник такого же цвета тоже не нарисовать. И когда надо быстро зарисовать, то уже не до смешивания цветов, тем более через оранжевый и синий. Пока рисуешь одним цветом, он сохнет, потом другой. Сверху накладываешь, это придется растирать маркером, чтобы их смешать. Мне кажется, это добавило бы грязи. Так что приходится мириться, видимо, с непопаданием цвета.
Ну или не знаю, или попробовать еще посмешивать, но как-то мне кажется, не очень получится у меня такое на пленэре, скажем так. Вот здесь тоже у меня должна была быть темно-зеленая сирень, а получилось вот это, потому что у меня только салатовый этот цвет, хотя он имел место быть бы, конечно, если бы это была солнечная погода, но в тот момент такого солнца не было, чтобы настолько подсветить листья. Ну и в любом случае у листьев есть тень, а для тени у меня цвета не было. Уже даже не знаю, стоит докупать отдельно или выкручиваться так. Вот. Ну и здесь тоже. Тут явно не такой был цвет. Ну, я уже не стала заморачиваться с цветом, чтобы не заставлять ждать мою прекрасную натурщицу. Вот. На данный момент это вроде бы все, что я успела наскетчить этими маркерами. Сегодня я еще немного больше рассказала про эти маркеры. Всем спасибо за внимание. Всем пока!